Мне очень приятно, и мы сочли за честь, что конференция, посвященная хирургическим проблемам в урологии, проводится в стенах нашего учреждения. И из операционных нашего института будут демонстрироваться операции, где будет показан экстра-класс операции на урологических операциях. Я надеюсь, что ваш день будет плодотворный. Я надеюсь, что наше учреждение будет гостеприимным. И встречи по поводу онкоурологических, урологических проблем в стенах этого учреждения уже традиции. Я хотел бы, чтобы это было регулярно. Спасибо и успехов. Плодотворная работа вам. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, хотелось бы несколько слов о программе конференции. Мы долго думали, какую все-таки тематика наиболее актуальна на сегодняшний день в онкоурологии, так как каждый практически конгресс затрагивает такие темы, как рак почки, рак предстательной железы, рак мочевого пузыря. И вот вопросы реконструктивной хирургии в онкоурологии, они остались как бы вне такого активного внимания урологической, онкоурологической общественности. Тем не менее, мы сталкиваемся с ситуациями, когда только реконструктивная хирургия может помочь в лечении тех осложнений, которые возникают в процессе наших онкоурологических операций. Вот почему тематикой сегодняшней конференции является реконструктивная хирургия и онкоурология.